Всем привет! Я сейчас в Дубае, в Арабских Эмиратах, и это видео о деньгах, которые здесь ходят. Вот монетки. Один дирхам и пол дирхама. Ну, типа 50 там, центов или как они. Есть еще 25, но это то, что мы видели. Но сейчас нет в наличии. Очень популярная монета, один дирхам. Но часто мелочи нету, и на сдачу ее просто не дают. То есть считается она очень мелкой. Дальше 5 дирхам. Вот так выглядит. Тоже ходовая бумажка. Все пишет на английском, видите, 5 dirhams. Десяточка. Вот тут есть 2, и поэтому с двух сторон сразу показывают. Тоже по-английски и наши цифры. Потому что по этим цифрам очень тяжело по арабским ориентироваться. Так, вот двадцатка. 20 написано. Такое изображение. Здесь так. Без полосочка. И вот еще маленькая монетка с оленем. Это, по-моему, 25 копеек. Ну, ихних копеек. Четвертной. Дальше. 50. Вот тут уже более защищенные, с полосой, с этой голограммкой, или как оно там. Вот такая монета. Монета, говорю, купюра. Сотка. Тоже с полосой. Вот отличаются цифры, смотрите как. Один. Одна палочка. Вот. 10. Типа нолик, это вот такой ромбик. 100. Два ромбика. Ну, хорошо, что вот здесь они все пишут на английском и есть наши цифры. 100. Тут вообще все на английском. Вот 200. 200. Все вывески, все дублируется на английском. Тут же самая широкая вот эта полоса. Видите, на сотке она такая узенькая. На 50-ке еще меньше. Шире, и тут прям широкая. Все, более, не знаю, если 500, ну, возможно, и есть. Но это и так, как бы, большая купюра. То, что нам попадалось, все вам показал. Вот такие вот деньги в Арабских Эмиратах.